меня трое детей, и каждый день детей вожу в школу. И здесь был такой вот момент, что необходимо было проходить вот этот участок прямо непосредственно по дороге, что было очень некомфортно и небезопасно для детей. И возник острый вопрос о необходимости здесь тротуара. И хотелось бы отметить такой вопрос, что очень оперативно среагировали общественная палата в лице Шаипова Руслана, администрация подключилась. Мы выяснили, что возле школы номер 20 устроен газон, который в зимнее время замерзал, а в весенние и осенние периоды на нем образовывалась грязь, в результате чего дети и их родители были вынуждены обходить и выходить на проезжую часть, подвергая себя опасности. Для того, чтобы лучше узнать позицию жителей, мы провели опрос, в котором приняли участие более 500 человек. Было принято положительное решение по строительству тротуара, и мы приступили к строительству. В кратчайшие сроки, буквально за неделю, мы построили тротуар,